Барон фон Дорф снова ускользнул, но Эмилю удалось добыть Фредди лекарства. Вскоре они опять тронулись в путь. Позже судьба приведет их в Реймс. Там они, наконец, найдут следы барона-невидимки и его цепелина. Merci beaucoup.
Когда разразилась война, Анна училась на ветеринара. Немцы были почти у самого Парижа, когда она получила письмо от отца. Он был в добром здравии и умолял ее не возвращаться в Бельгию до конца войны. Но терпеливость Анне была не свойственна. Thank you.
7 сентября 1914 года. Такси ехало всю ночь. Анна гордилась, что помогает бойцам попасть на фронт. Когда Анна оказалась на месте, перед ее глазами предстала вся ужасная правда. Прошло 7 месяцев. Анна, движимая состраданием, посвятила себя заботе о больных и раненых. Каждая спасенная жизнь была победой над войной, которая и не думала утихать. Thank you.
Французские офицеры говорили о Бельгии. Кажется, немцы собирались применить новое оружие у Ипра, родного города Анны. Папа! Анна немедленно отправилась предупредить отца. Когда она добралась до города, тот поприветствовал ее ревом сирен. Здесь уже властвовал смертоносный газ. Ugh!
Гувернантка рассказала ей, что отец, талантливый ученый, был похищен бароном фон Дорфом, одержимым идеей поставить науку на службу войне. Анна отправилась искать барона. По пути она встретила Эмилию и Фредди. Сама судьба свела их вместе. Они пережили ярость врага, его пули, бомбы, газовые атаки.